Прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Хьюардс, это у нас игра Кена Bridge of Spirits. Короче, в общем-то, из забавного, я решил, что сначала я, наверное, пройду на стримах Tales of Iron про мышей, а потом Кену, ну и там еще Diablo. У меня сегодня 25.09, я заранее пишу видосы, потому что я не знаю, когда у меня будут сверлить и когда у меня будет возможность записывать, поэтому я впрок немножко записываю видосики. Из интересного. Последний раз мы играли в эту игру на стриме, и мне там писали, типа, Влад, ты, типа, совсем, что ли, отбитый? Почему ты не пользуешься защитной сферой? Тебе же игра специально показала, что, братан, глупый ты, Влад, есть защитная сфера. Прошу прощения, почему ты ею не пользуешься? Я забыл про нее, дамы и господа. Как вы знаете, я люблю играть в Dark Souls. В Dark Souls у нас есть что? Увороты. Вот я использовал увороты настолько, насколько мог. По-моему, игра легла, потому что что-то уже 50 секунд загрузки, и ничего вообще не происходит. Игра! Алло! Нормально, полчаса прошло. Итого, закончили мы на том, что остановились вот здесь. Первым делом вспоминаю управление. Это защитная сфера, это удар. Это сильно, надо потише делать, у меня орёт, шо пипец. Это дэши, это прыжочки, это ничего, это целиться, стрелять. Поехали. Get ready for the next battle. Попробуем. Тут еще парирование, сказали, есть. Простите, я пержу, кряхчу. У меня сомнительный хренодень с горлом, я стараюсь как могу. Ого, так тут есть супер-мега-пупер-убер-слоумо. Выглядит красиво. Все-таки многие говорят, что Кена хорошая игра. Типа такая атмосферная, трогательная. О, такая милая игрушка. Давайте играть в нее. Вот. Не, я как бы и сам, в общем и целом, даже, наверное, не против поиграть. Если честно. Блин. Попустился чуть-чуть я. Так, опущен, распущен, унижен. Сюда. Еще. Нет, еще одного нет, странно. Музыка орёт, надо еще тише делать. Я сейчас оглохну просто нафиг. Так, и теперь босяра пожилой приходит, чью анимацию не скипнуть. У него максимально всратые анимации, но попробуем. Сказали драться с ним в милишке. И Тлен сказали применять на хилку лучше. Кто я такой, чтобы не попробовать? Ага, то есть я щит могу сколько угодно раз использовать. Это вроде как Перри было. О, парирование, серьезно, Владос, ты шо, ты сделал парирование? Едить ты убийца. Слушайте, так он легчайший, я не знаю, что я на стриме, не мог его победить. Походу я немножко, как это называется, пригорел. Ай, говно, и говно, и воняет место. Посрался так, так. Точно хиляться. Джонни, твою мать. Эй, дядя, не убивай, пощади, пожалуйста. Опа, сюда. Это было не парирование, но ничего, Мансин. Вот это, братан, это бан, потому что я парировал як чемпион. Я бы сказал, что идеально запарировал, если честно. Он меня победит сейчас, я думаю. Просто все ломаем. Мне бы хилку срочно. Джонни, мать твою, доджим. Он кидает, я забыл, я не ту кнопку нажал, обосрался, Влад, как всегда. Эх, жижа прям потекла. Почему это не идеальное парирование было? Ладно, окей, слишком хорошо для первого раза пошло. Попробуем. Сейчас все сделаем. Влад, как говорится, исполняет. Хреново, конечно, исполняет. Но этого босса я обязан пройти. Прикиньте, сейчас я прям лажать начну и не смогу его победить. Это будет фиаско, братан. Тю, такой предиктовый выстрел. Да, блин, грустно. Я все еще не понял, как парировать. Возможно, секрет моей победы это научиться правильно парировать. Exactly, perfect parry. Есть ли какая-нибудь опция у меня время замедлить? Походу нет ни хрена. Да что же вы за петучи позорные? Только появись, дрянь, только появись, я тебя уничтожу. Ладно, потом полечимся, если что, я думаю. Но
новый в голову получает, подружка тоже в голову получает. А, так они шотные. И как же тяжело целиться на этом ейпаде. Геймпаде, в смысле, простите меня, пожалуйста, за мои коварные слова. Еще вот эти штуки, это, походу, уязвимые штуки, если честно. Я думаю, можно туда всечь. Я нажимал парирование, дрянь, дельфинья. Анус лебяжий. Да, слушайте, я теперь умею парировать. Понял, плюс принял. Самый последний момент. Ну и что ты зассал, петух? Мана, впитываем урон. Вот это в дырку ему выстрелить? Да, урон наносится, отлично. Это уязвимые точки. Сосать, мистер босс. Слушайте, тайминги весьма приятные. Братан, да попустись, я в Dark Souls сыграл. Тебя-то деревянного корнягу я по-любому превозмогу как-нибудь. Так, ну чё, чмошный, где твоя уязвимая точка? Это я танкую. Чё-то не понял, как я урон получил, если честно. Лол, его можно прям так даже бахать. Откисай, персик. Сейчас я обосрался два раза. Два раза подряд обосрался, испытываю... Нерв, сука, убери лок цели, дрянь, дельфинья. Кусок дерьма, лок цели сосать. Простите, я прям психанул что-то. И тайминги говна. Тайминги говна. Нервничать начинаю. Может, не будем нервничать, будем побеждать? Владос, как тебе такой план? Только не кидай свой меч дерьма. Тяжело, когда он кидает. А, всрал парирование, по-моему. Я сейчас нажал парирование. Сука! Я хочу! Вы чтобы понимали, я хочу лок цели сменить. Я хочу лок цели сменить, чтобы полечиться. Мне, чтобы полечиться, мне нужно взять цель и вот эту свою залупу квадратиком направить на исцеляющую херню. Но я из-за этого ссаного лока цели не могу убрать. Какой кретин, сука, придумал это сделать? Простите меня, но это такое кретинство. Мать моя, управление говна. И как же бесит вот эта секция с лемурами этими прыгающими, стреляющими. Да я найду на вас управу, дряни. Думаете, не найду? Конечно же, найду. Уничтожу. Я нажал, как это, скипнуть анимацию. Но нет, конечно же, нет. Братан, анимацию скипать мы не будем. Тебе же нравится всякую хренотень смотреть, да? Конечно же, нравится. Ты че? А, все, я не говорю, все, давайте не горим. Максимум концентрации. Максимум концентрации и доброты. Почему он выжил? Я же должен был его шотнуть такой мощной залпой. Попал. Не уходи, братишка. Не уходи, братишка, сестренка. Да что ж такое? Что урон? Урон куда-то всрался. Кто украл мой урон? Давайте никчемного. Чё-то, походу, я не буду в Кену играть. Чё-то прям жопа горит. Серьезно, простите, ну прям... Ряд механик окутан говной. И воняет говной также. Как-нибудь бы мне со спины к нему подойти и нанести 3 миллиарда урона. Я был бы очень рад. Ну сейчас же идеально запарировал. Ну мудила ты никчемный. Ну я же запарировал. Ну как от меня вылечиться? Как? Сука, разраб, ты такой криворукий. Простите, но жопа горит от того, насколько некачественно это все сделано в некоторых моментах. Сейчас тоже перфект парри сделал. Да я идеально парирую, брат. Ну ты все просто дрянь. Ну кто это придумал? Алло, что с управлением? Сейчас я идеально запарировал. Я беру слова назад, то что окно для парирования идеально. Окно для парирования покрыто калом. Видимо, Кену я проходить не буду. Мне Вадим сказал то, что это игра по главам, то есть тут несколько глав будет. Но чё-то уже вот тому, как это душно, то очень странно. То супер легко-легко, легко настолько, что ты просто не ощущаешь, то настолько сложно, что анус горит и прям полыхает. Почему не выстрелил? Я хер его знаю. Да потому что не стреляет она. Ну, забыла, как стрелять. Ну, понимаете, раньше умела стрелять, а теперь не умеет. Ну, что за дела? Ладно, не орём. Он не успел появиться, он уже кидает.
Я в голову чисто попал. Просто perfect, perfect arrow in the head. Почему она не выстрелила, я не знаю. Второй раз уже такая залупа происходит. Что эта мразь не стреляет. Простите, пожалуйста, уважаемый проводник духов, но вы не правы, мать вашу. У него три уязвимых точки. Попробовать бы попасть. Давайте попробуем, если он будет закрываться, эту фигню сделать. То есть бахнуть по уязвимым точкам. Вот, блин, обосрался я. В общем-то, если честно. Идеальный додж я сделал. На игре насрать. Я могу полечиться? Вот, ну как мне полечиться, если лок цели всрат? Что сейчас было? Я не знаю. Просто что-то произошло, какое-то говно из говна и говном еще. Да что же я никак не привыкну, что он закрывается, петух. Закрывайся более явно, пожалуйста. Че ты прыгаешь, чмо? Кудлатая псина. Я найду тебя. Сожгу все твой лес. Ну, перфект додж, братан. Я идеально парирую. Я царь парирования в этой игре. Понимаешь, братишка? Ну, не ты, а я. Я тут самый главный чемпион этой качалки. Да что ж ты, мудила дельфинья. Придется это доджить. Я не умею это по-другому проходить. Сосать! Открывай рот! Я буду вырывать корни. Унизительный босс, просто нет слов. У меня горло хрипит, я ору как псина, потому что он меня выбесил. Так, пойдемте лут собирать. Ух, спасли. Я даже не помню, чем мы занимались. Честно, не помню, чем мы занимались. Прошу прощения. Не помню, чем мы занимались, но мы справились. Что делать надо? Было бы неплохо, чтобы кто-нибудь мне подсказал, куда идти, что делать. Ну, насколько я могу судить, мне нужно этих пипяк превратить в жука. Может быть, здесь есть какой-нибудь сайд-квест? Вычистить скверну в доме Руса. Вот, я вижу, что надо вычистить, но как? Я еще луком могу всякую хрень активировать. Вон туда, наверное. А, вон, вижу. И луком теперь, да? Угу. Я сделал этот нож для Атара, когда он был еще мальчишкой. Он любил этот лес, и я учил его старым приемам, как мог. Меня поглощала забота о тяготах нашей деревни, и меня не было рядом с Атара, когда я был ему нужнее всего. Надеюсь, мы сможем вернуть ему покой. Много других реликвий скрыто под скверной в забытом лесу. Я подожду тебя тут. Так, заточка Таро. Таро. Угу. Все, квест выполнен. Эй, пацаны, вы рады? Ого, сколько сразу нашел. Мой тлен может выполнять больше действий, это хорошо. Так, пойдемте с ребятишками поговорим. Как хорошо вернуться! Говорит, не хватает только Таро. Так, что по квестам? Давайте вернемся к нему. Ох, то есть мне сначала на один храм перемещения надо сходить. По идее, где-то здесь будет храм перемещения. Ну, в смысле, точка перемещения.
Так, теперь можно в его хату зайти. И, в принципе, что-нибудь интересное поглядеть. А, применить. Они теперь открывать ящики умеют. Ну-ка, что у нас тут? Собираем. Слишком темная сцена. Просто еду вытащили? Мужик теперь голодать будет. Так, ну-ка, применить. И куда это поставить? А, просто потрясли. Ну-ка, применить. Просто хулиганим у него в доме. Ладно, он сам виноват, что позволил это. Так, переместиться нам нужно вот сюда. Насколько я припоминаю. Вопрос только в том, смогу ли я туда попасть без проблем. А квестов-то особо и нет, да? Ой, как грустно-то. Ну, по-моему, там тупик. Давайте глянем. Я просто искренне не помню, что у нас. Где у нас и куда у нас тут идти нужно. Темная темень была. Вспомнить, на какую кнопку карты. Направо. Можно прям сразу пойти направо? Это вообще назад? Иногда карта очень сильно багует. Этот дом у нас отображен, но и это все, в общем-то, тупик. И с другой стороны, я почти по этой дороге могу пройти. Здесь мы были, это я 100% помню. Я вот не помню, были ли здесь дополнительные новые противники, когда мы 10 раз по одному и тому же месту бегаем. По-моему, нет. Когда делаешь сканирование местности, спринт у героини пропадает. И на развилке направо. Вы со мной хотите поговорить? Нам нужно найти больше реликвий Кена. Астара, все будет хорошо. Как ты думаешь, мы его скоро увидим? И зачем? А, то есть вот здесь что-то произойдет. Понял? Сколько ж тут боссов нас ожидает? А, ну я сюда опять же не пройду. Хотя при помощи лука, возможно, и смогу пройти. Наверное, только сейчас я и смогу пройти. Нет? Я вроде делаю, а ничего не происходит. То есть вы хотите сказать, что я сюда зазря пришел? Ну тогда я вообще не знаю, куда идти, честно. Я вроде вот пытаюсь что-то найти путь, а ни хрена непонятно. Но это все еще мне ничего не дает. Ничегошень. Ну мне туда, 100%. Я прям вижу. Можно новое открыть. Где мои пипяки? Хотя я тут визуально не был. Попробуем. Но тут опять, я так понимаю, все говно и покрыто. Ухватиться. Была кнопка ухватиться, но что-то не дают ухватиться. Ну 100% здесь просто проход закрыт. Здесь мои полномочия, все. Куда идти, кого идти, чего. Ну, квест тут. Русу в забытом лесу. Не знаю. Как бы, может быть, я, конечно, идиот. Но, на мой скромный взгляд, можно было бы
более явно показать игрокам, куда идти. У меня серьезно нет идей, как пройти, что сделать. Я как бы вижу кристаллы, я примерно даже понимаю, как они должны активироваться. Чего? Я вообще не понимаю, в чем логика этого действия. Опять же, может быть, я дурак, я искренне не понимаю, как это сработало. Так, забытый лес, страшное место. Никто не знает истинного возраста этих храмов. Народ, построивший их, давно забыт, но плоды его труда остались, и они присматривают за лесом, словно древние стражи. Дух Тара сквернил храм и запечатал вход в древо хранителя. Я ощущаю здесь присутствие Тара. Я отметил храмы на твоей карте. Спасибо, Русу, я примусь за очищение храмов. Интересно, как долго она сможет стоять и смотреть, пока я не нажму кнопку А? Устала смотреть. До этого автоматически все двигалось. Так, восстановите древние храмы, чтобы открыть древохранителя. Ну, пацаны, поднимайте. Так. То есть вы хотите сказать, что мне теперь идти и оживлять вот эту штуку, правильно понимаю? Ну, кстати, игра и правда. Коридорчик, коридорчик, полянка, полянка, коридорчик, коридорчик, полянка, полянка. Забавно. Не то, чтобы я такое прям любил. А еще пофигу. По всей видимости, мне... А, подожди, мне на... Чего? Мне вообще наверх как-то попасть надо. Но здесь я даже представления не имею. Куда идти? Давайте пойдем, куда глаза глядят. Я думаю, рано или поздно мы что-нибудь интересное в любом случае сможем найти. Тропа ведет к фонарной пещере. В ней должна быть реликвия. Но нам потребуется огромная сила, чтобы пробиться внутрь. Я и так примерно понял, что нам ни хрена не пройти. Я проходил кругами. Может быть, надо с этой стороны обходить, проходить? Почему иногда карта не срабатывает? Но это же не серьезно. А, я должен тлен применить. Но я туда при всем желании подойти не могу. По всей видимости. Мне бы хоть один храм найти, чтобы я понял, как это вообще работает. Я думаю, в таком случае гораздо легче и проще, и понятнее будет. Я теперь сам могу активировать кристаллы, но какой в этом всем смысл? Сюда, может быть? А вы не можете. А, ну он очевидно. Не, не очевидно. Так, так. Ну. По всей видимости, куда-нибудь вот сюда, поближе надо. Только они никуда не могут поставить почему-то. Просто не понимаю, что мне нужно двинуть, если прям
Максимально откровенно. Не знаю, как это произошло, но это произошло. Можете опустить объект? В итоге, так понимаю, все-таки игра не для меня. Вот эти вот загадочки ваши, вот эти вот всякое такое непонятное. Прямо построены в местах, наполненных могуществом. Их камни уходят глубоко и питаются потоками подземной энергии. Так, и теперь я имею радость и возможность разломать что-то, но... Какой в этом смысл? Как же уродские управления вот этим существом сделаны, вы бы только знали. Я ничего не хочу сказать, но честно, сделать более всрато, я уже понял куда, это прям очень постараться надо. Не-не-не-не, не то. Вот этого, пожалуйста, можно? Так, куда? Плыви сюда. А почему ты лом... Блин, я ж... Вот сейчас сломался правый сосок. Да. За приятной и красивой оберткой скрывается сомнительный геймплей. Да как же тяжело управлять этим всем. Это не должна быть настолько сложная игра. Чё ты так душишь? А куда мне его таскать? Куда-то, чтобы я мог допрыгнуть. Но куда? Да, я допрыгну, по идее. Пацаны, вы можете притащить сюда куда-нибудь? Я просто пока не знаю, куда там надо. Походу, здесь еще один храм где-то. Это прям проход, очевидно. Я сюда, скорее всего, не зайду. Так, это какое-то гигантское древо. Но пойди, как говорится, Влад, найди проход. Так, сова. Совунья должна быть где-то... Блин, даже не знаю, где, если честно. Сейчас пойду искать. А, то есть дальше где-то. Ну, видите, я искренне прошу меня простить, но не для меня это все. Сюда, я так понимаю, нужно статуи совы принести. Пожар выжег ствол древохранителя. Оно все еще живо. Его корни уходят глубоко в землю и соединяются его с древними храмами. Очисти храм, и дверь откроется. Ну, это я понял. Сюда я не могу никак попасть. Совунью сюда я тоже почему-то не могу притащить. Здесь у нас варп-портал, хорошо. И это получается путь возвращения. Ну вот, допустим, смотри. Берем совунью, и мне сейчас нужно вон туда ее как-то переместить. Первое будет вот сюда. Дальность пропала, правильно? И интересно, девки пляшут. Подумал, что это сундук. Так, пацаны. И вы аж оттуда ее попрете? Серьезно? Забавно. У работяги трудятся. Почему несут только несколько, остальные такие? Ну, как бы за компанию, тут весело, здорово, задорно. Так, и что-нибудь произойдет? Немножко ништяков дали. Там я еще одну видел совунью.
следующее. Это тоже ждать надо в любом случае. Так, и последняя где-то вот здесь была. Прям супер далеко, экстра далеко. О, подожди, сюда же можно было подняться. А толку-то от этого всего? Я особо не вижу. Да, на нее можно встать, прикольно. Дальность пропала, да? Ну, вы понимаете мое расстройство по поводу всего этого игрового процесса. А я не могу дальше. Короче, давайте на этом мы остановимся. Кена, конечно, хорошая игра, но что-то, видимо, я первые несколько часов играл и думал, что игра про другое, а игра оказывается про третье. В любом случае, благодарю за просмотр, буду рад комментариям. Возможно, где-то я что-то делаю не так, и изменив минимальное количество, скажем так, вещей, мне игра понравится. Но очень сомневаюсь, премного всех пока что благодарю за просмотр, всем всего хорошего, счастья, здоровья. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр, и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.